Многие комментаторы российско-украинской войны попадают в ту же смысловую ловушку, описывая скрытую агрессию россиян в Украине как украинский кризис. Мы предпочитаем вообще исключить этот термин из наших работ и определить реалии в Украине такими, какие они есть. Мы идем по пути, проложенному старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона, экономистом и бывшим советником администрации Путина Андреем Илларионовым, который 16 июня 2014 года на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе заявил: «Вы можете услышать заявление о том, что это украинский кризис или что это кризис в Украине. Это неправильно. Это не кризис в Украине и не украинский кризис. Это не внутреннее дело Украины. Это война. Это российско-украинская война. Если быть точным, это война Путина против Украины. И эта война является лишь вводной главой гораздо более масштабного события, которое можно назвать и фактически уже назвали войной, мировой войной, четвертой мировой войной». Конец цитаты. На наш взгляд, конфликт, увековеченный Российской Федерацией в Украине, следует определить как «российскую войну в Украине» или «российско-украинскую войну», которая формально началась с оккупации Крыма в феврале 2014 года. Примечательно, что эта книга освещает, как могут трансформироваться значения слов и как слова могут терять свое значение во время войн. Как происходит их «мобилизация» в кавычках и как аргументы смещаются в противоположные в течение 24 часов. В свою очередь, трансформированные смыслы и слова используются для переписывания истории, что приводит к информационным войнам и политизации народной памяти, реалиям, которые сегодня можно наблюдать как в России, так и в Украине. В нескольких главах последовательно появляется тема политической памяти и конкурирующих национальных исторических нарративов, проблема, которая осложняет отношения между Украиной и Россией, препятствует их мирному сосуществованию и подрывает их потенциальное сближение. Эта книга избегает радужных сценариев и сдержана в предложении решений. Вместо этого она подвергает сомнению процедуры и сложные механизмы создания национальной исторической памяти, институционализации ее предпосылок и защиты ее правовыми средствами. Этот дискурс демонстрирует непростое равновесие национальных нарративов, которые уязвимы, регулярно подвергаются угрозам и постоянно нуждаются в восстановлении, чтобы предотвратить эскалацию информационных войн, которые часто трансформируются в серьезные столкновения, такие как террористическая деятельность и обычные военные действия. В этой антологии особое внимание уделяется интересному аспекту российской пропагандистской машине – работе троллей социальных сетей, цель которых – дискредитировать новости, критикующие Россию, и одновременно продвигать тех, кто представляет пророссийские сюжеты. Эти тролли эффективно ограничивают разумные онлайн-дебаты и способствуют неуверенности общественности в отношении реалий в регионе, которые трудно понять даже без их огромных усилий посеять путаницу. В конечном итоге дискуссия концентрируется на неофициальных правительственных инструментах, которые играют решающую роль в российской политике идеологической подрывной деятельности, призванной сбить с толку международное сообщество относительно реальных целей Кремля в Украине. Процесс идеологической диверсии и постоянных попыток удержать Украину в орбите влияния России
имеет давнюю историю. За последние два десятилетия Россия усовершенствовала свои стратегии и механизмы необъявленных гибридных войн, модернизируясь и быстро адаптируясь к меняющимся политическим, социальным и культурным обстоятельствам в Украине и других странах.